За праздничные дни пожарные не раз выезжали на вызов. И сегодня утром в деревне Куликовская загорелся жилой дом. Вместе с огнеборцами на тушение пожара отправилась и наша съемочная группа. Рукав держи! Подержи, не подержи! Рукав держите, скатываться! Несмотря на огонь и густой дым, за считанные секунды пожарные проникают в дом и на крышу. Пожар возник в 10:20 по адресу деревня Куликовская, 30, в частном жилом доме. Хозяева не сразу заметили возгорание. Когда обнаружили, чердак уже пылал. Там много людей? Да. На первый этаж не перекинулось? За считанные секунды возгорание с чердака проникло внутрь дома. Современные строительные материалы лишь усиливали и усложняли работу огнеборцам. Огонь распространялся из-за прослойки утеплителя между стеной дома и сайдингом, которым обшит дом. В результате сгорела крыша, обгорели стены и потолок жилых комнат второго этажа, имущество. Семью с маленьким ребенком удалось вовремя эвакуировать. Первую помощь пострадавшим оказала и скорая. Точную причину пожара установят позже, но первая версия – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. Скорее всего, что оставленный какой-то обогреватель, так как холода на улице. Вот. А причина самая большая была по повышенному рангу номера вызова. Это значит, явился, значит, безводные участки. Пришлось подвозить подвозом воду. Значит, а так достаточно было сил и средств для тушения успешной ликвидации пожара. На тушение пожара в деревне Куликовская из Кирова приехало 4 пожарных расчета, а всего 9 единиц техники. На вызов выехала оперативная группа, 2 звена газодымозащиты и инспектор, который будет выяснять все обстоятельства пожара. Вергина Матевосян, Сергей Щекин, Вести, Киров.